В центре Еревана проходит факельное шествие и крупная антироссийская акция с американскими и французскими флагами. Как передает Дай Ас со ссылкой на телеграм-канал Атео Брейкинг, участвующие в шествии армяне кричат «Прощай, немытая Россия!» «Россия, уходи!» и требуют от правительства, чтобы Армения немедленно покинула ОДКБ. Как видим, антироссийский настрой армянского общества и отречение Армении в целом от России продолжает приобретать все более очевидный характер. Напомним, что армянские реваншисты, радикалы и националисты часто проводят акции протеста, обвиняя РФ в предательстве. В частности, одним из наиболее громких скандалов стало факельное шествие к зданию посольства России в Ереване, прошедшее в ноябре 2021 года, когда представитель террористов Сосна Ацрер Ваги Гаспарян выкрикнул слова «Прощай, немытая Россия» из стихотворения Михаила Лермонтова. Фраза, по-видимому, закрепилась. Подпишитесь на канал. Ставьте лайки и комментируйте. Спасибо.